Доброго вечора, шановні глядачі. Це тема дня. Я Катерина Лисюк. І сьогоднішня наша програма буде присвячена осінньому призову. Які особливості та терміни проведення осіннього набору на строкову службу? Хто на законних підставах може не призиватися? Та які умови контрактної служби у 2018 році? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Володимиром Колодкіним, начальником відділу комплектування та призову, заступником військового комісара Миколаївського обласного військового комісаріату та Володимиром Мельниковим, тимчасово виконуючим обов'язки військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Миколаївського обласного військового комісаріату. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора, шановні телезрителі. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Отже, 1 жовтня розпочнеться вже призовна кампанія. Які заходи зараз робляться, щоб її розпочати, і які тонкощі цієї призовної кампанії? Да, согласно указу президента номер 33 от 15.02.2018 года, значит, у нас была проведена весенняя кампания 2018 года, призыв на срочную воинскую службу. И с 1 октября, согласно этого указа, по 30 ноября должна была проводиться, вернее, будет проведена кампания, осенняя кампания, призыв на срочную воинскую службу. Однако 10 сентября вышел еще один указ президента Украины номер 274/2018, который регламентирует, что осенний призыв будет продлен по декабрь включительно. Хочу сказать так, что в принципе все военные комиссариаты уже начали подготовительные, все военные комиссариаты Николаевской области начали подготовительные мероприятия. Полноценно уже проходит оповещение и доставка призывников на районные медицинские комиссии с целью прохождения ими, собственно, медицинской комиссии на предмет пригодности к воинской службе. Также идет уточнение документов, проверка документов. Если там какие-то документы не достают, призывник их обязан доставить в военкомат, предоставить. Вот. Ну вот, в принципе, такие подготовительные мероприятия сейчас будут проходить. Отправки у нас начинаются, призывная комиссия, еще раз напомню, начнет работать с 1 октября. Отправки войска у нас начинаются с 8 октября. І, в принципі, по 30 ноября буде осуществляться. Я зрозуміла. А взагалі терміни, я правильно зрозуміла, до 1 грудня? Ні, по 30 грудня включительно. А, по 30 так, грудня. Тобто призов, особливість, от одна із особливостей цього призову, то, що він буде проходити не як звичайно 2 місяці, а 3 місяці. А чому так? Чому так? Ну, таке рішення прийняв, подали пропозиції, і таке рішення прийняв наш президент України. Согласно закону, сроки проведения призыва определяются указом президента. Ну, там есть особенности определенные. В основном это было сделано из-за того, что у нас большой наряд для комплектования подразделений Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Вот. Возможно, какие-то команды будут перенесены или дополнительно добавлены на декабрь месяц. Пока этот вопрос открыт, я не могу сказать. То есть, как раз эти два вида войск, если можно так сказать, да, не вистачає особого складу, там не вистачає? Ну, почему не вистачає? Вистачає, но, возможно, они хотят сделать как дополнительный наряд, чтобы увеличить количество военнослужащих, проходящих службу срочно в этих силовых структурах. Я зрозуміла. Які особливості, які соціальні гарантії мають призовники у цьогорічні? Ви знаєте, огромні соціальні гарантії призовники мають, такі, які раніше не мали. Ну, перше, починаємо з того, що при призові призовник отримує премію, яка на даний момент состоїть із 3500 гривень. Перше. Тобто, йдя служити, в принципі, у нього вже є, скажімо так, карманні розходи. Далі, во время служби він отримує ежемесячное денежное довольствие, которое состоит из, в зависимости от должности, от звания, от 150 до 250. Да, деньги небольшие, но я прошу учесть, что юноша, вернее военнослужащий срочной службы, стоит на полном государственном обеспечении. Его и кормят, и одевают, и обувают, все полностью. Мало того, время службы он 100% имеет гарантированный отпуск сроком 10 суток, без учета дороги. Если он работает официально при призыве на срочную воинскую службу, по тому, что дается выписка с приказа,
с военкомата или уже части, за юношей остается рабочее место и средний заработок на предприятии, если он официально работает. Вот. Помимо того, служба в армии идет в стаж общий трудовой. По увольнению с вооруженных сил, если мы говорим о рядовом составе, вернее, если мы, юноша, если увольняется, то он получает около, не около, а четко это определено, 8 минимум доходов граждан нашей страны. То есть в данном случае это, он получает сумму, это опять же как премия идет по увольнению. Где-то от 1300 до почти 2000. Если юноша сирота, а я так хочу напомнить, что согласно закону, если юноша сирота, он может не призываться, если он изъявил желание, там идет по его желанию. Если он заявил желание служить, то, пожалуйста, мы его призываем в вооруженные силы и другие воинские формирования. Если сирота, то он получает до 10 этих денежных, вернее, этой премии. Сумма составляет где-то вот до 3000. То есть, в принципе, очень даже неплохо. Помимо этого, знаете, вот я от себя это говорю, что на данный момент армия во многом, даже в большинстве случаев, она имеет большие плюсы. И в минус она никогда не пойдет. В дальнейшем по жизни, юноша. Если юноша решил посвятить тебе, там, я не знаю, какие-то руководящие должности, если он видит там какое-то нормальное свое будущее, если он хочет работать в дальнейшем где-то в силовых структурах, в охранных структурах, то один из главных вопросов, служил ли юноша в армии или нет, задают. Почему? Потому что, вот на мое мнение, в армию идут служить лучше из лучших. Если у тебя проблемы со здоровьем, в армию ты не идешь служить. Если у тебя проблемы с правоохранительными органами, в армию ты не идешь служить. Если у тебя образование не позволяет, если у тебя семейные какие-то проблемы. Это все учитывается. Поэтому если мы это все отбрасываем, то ну, по большому счету в армию идут лучше из лучших. Я зрозуміла. Таке запитання. До скількох років людину можуть призвати до лав армії? На срочну воєнську службу. Так, так, на строкову. Значить, призыв осуществляется согласно закону Украины про військовий обов'язок и військову службу. Статьей 15 четко определено возрастные критерии. Призывной возраст у нас от 18 до 27 лет. Угу. Тобто після 27 вже на строкову службу? Он передается на облик военнообязанных, на учет военнообязанных и находится в запасе. Я зрозуміла. Взагалі, яка ситуація зараз на Миколаївщині і як охоче молодь йде до лав Збройних сил України? На строкову службу, да, саме понял. Так. Ну, я не скажу, вернее, если скажу, что все идет гладко, ну, наверное, совру, не так все гладко идет. Огромное количество, и это не только в Николаевской области, в принципе, по всей Украине, с коллегами общаешься, с других областей такая же ситуация. Огромная неявка юноши призывного возраста, именно те, кто подлежит призыву очередному, огромная неявка военкомата. Юноши не являются районы военные комиссариаты для прохождения, в данном случае, района медицинской комиссии, уточнения документов, ну и в дальнейшем, как показывает практика, на районные призывные комиссии. Скажу так, что чем это обусловлено, вот мое мнение, как бы с коллегами мы обсуждали, у нас недавно были занятия на базе Винницкого областного военного комиссариата, вот после этого была дискуссия, так разговаривали, в принципе, все пришли к одному знаменателю. Ну, это несовершенность нашего законодательной базы определенная. Потом есть такие вопросы, вот немаловажно, в принципе, все согласны о том, что огромное количество сейчас юношей находится за границей, они там работают, учатся, ну, учатся, если учатся, то предоставляют документы, ему предоставляется отсрочка, а которые, много, большое количество юношей, которые работают за границей. Да, тобто я понимаю, заробітчани, да, які майже неофіційно, частіше за все. Ну, так? Да, ну, неофіційно, да, чаще всего так. Я понимаю, что уехали туда не от хорошей жизни, но есть закон, понимаете, и его надо соблюдать, этот закон. У нас получается не совсем правильно. Огромное количество в каждом военкомате вот, юношей, которые вот, есть информация, что они находятся за границей. Если раньше для того, чтобы оформить документы для выезда за границу, юноша должен был взять разрешение с военкомата, то в 13-м году этот пунктик упростили. Его убрали просто-напросто. Вот, сейчас юноша призывного возраста беспрепятственно может получить загранпаспорт и выезд за границу в любое время. Вот. Ну, вот это вот тоже основной такой фактор, основополагающий. Хотя, вы знаете, могу сказать, что и достаточно юноши, которые хотят служить, действительно, они законопослушные, они действительно патриоты своей страны, вот приятно с ними с такими общаться. Это первое. Второе, хочу сказать, что
Вот те юноши, которые не приходят, много еще такой фактор, что я не получал повестки. Это очень распространено, на этом я хотел бы акцентировать внимание. Я не получил повестки, поэтому я не знал, я не пришел. Ну, первое, незнание закона не освобождает от ответственности. Второе, если мы открываем закон Украины про військовий обов'язок, військову службу, в пункте 15 написано, цитирую, якщо з будь-яких обставин повістка не надійшла призовнику, він зобов'язаний в 10-денний срок з дня початку чергового призову, оголошеного указом президента, особисто з'явитися в військовий комісаріат. Тобто, якщо призовна кампанія почалась з 1 октября, то, якщо юноша дійсно законопослушний, він должен, навіть не отримав повістки по яким-либо причинам, должен явитися 10 числа в воєнкомат, сказати, от почалась призовна кампанія, тому я, як законопослушний гражданин, прийшов в план моїх дій. В воєнкоматі йому все розкажуть. Я зрозумів. Таке запитання. Якщо все ж таки людина не прийшла з якихось причин, да, чи можливе якесь покарання? Чи буде воно це перше і яке саме це друге? Ну, знаєте, як, звісно, буде, наказання буде в будь-якому випадку. У нас це в основному, якщо ти не прибув в воєнкомат по повістці, то включается, скажем так, административная ответственность. Административная ответственность подразумевает собой штраф. Если это первый раз, то там до 119 гривен. Если это второй раз за год, то штраф, соответственно, увеличивается. И есть уголовная ответственность. Уголовная ответственность – это уже идет за прямое уклонение от прохождения воинской службы. Допустим, что это такое, я объясняю. Юноша получил, он прошел районную призывную комиссию, съездил на область, прошел медицинскую комиссию. И у него же есть, как говорит народе, по-простому, боевая повестка, в которой указана уже команда, дата, когда он должен прибыть в военкомат с вещами для отправки войска. Uh-huh. Есть, их немного, но есть такие юноши, скажу так, небольшого ума, которые не являются военкомат. Вот в данном случае они рискуют пристать перед законом, уже будет уголовная ответственность, статья 335, до 3 лет ограничения воли. Вот. Те юноши, которые не являются военкомат, административная ответственность, статья 210, там идет штраф в любом случае. И кто-то, если знаете, как вот некоторые думают, да, не приду в военкомат, как бы все равно не достанут, не найдут. В любом случае, жизнь идет, и возникают вопросы трудоустройства, прописки, угу, выписки. Все равно рано или поздно юноша придет в военкомат, но у него там уже будет серьезная проблема. Тобто все одно всі шляхи, ну, конечно, ведуть, да, ведуть. Как бы юноша не прятался, все равно он будет отвечать перед законом. А 3 роки позбавлення волі, це якщо вже все пройшов і не з'явився... Отправка війська, так точно. Я зрозуміла. А чи багато таких було? От, наприклад, за весняний призов? Ну, немного, це одиниці. Але все ж таки є? Ну, є, так. Да, а скільки, якщо... Знаєте, пам'ятаєте? Ну, десь около 5 чоловік зі всієї області. Це весняний призов, да, так, як була ситуація. Да. Да. Я зрозуміла. Які категорії громадян на законних підставах, не боячись, що їх там, угу, їм адміністративне чи, не дай Боже, кримінальне провадження, яке на них заведуть, хто може не йти служити строкову службу? Хто я саме? Ну, в даному випадку... Это четко регламентирует статья 17 и 18 Закона Украины про військовый обов'язок и військовую службу. Статья 17, она так и гласит, відстрочка від призову на строковую військовую службу. Статья 18, звільнення від призову на строковую військовую службу. Я скажу так, что статью 17 определено 4 вида отсрочек. Это отсрочка за семейными обстоятельствами, следующая для приобретения образования, за стану, за состоянием здоровья и для продолжения профессиональной деятельности. Uh-huh. Вот. В принципе, более детально, как, что, в каких случаях предоставляется отсрочка, расписано этими статьями, вот статью 17. И те, кто звільняється, то же самое, там все четко прописано, какие категории не призываются на срочную воинскую службу. Какие, то есть, если юноша... Вот, в принципе, закон это не проблема, в интернет зашел, прочитал, попадает под эту категорию. Значит, какие документы нужно предоставить в военкомат для предоставления отсрочки, это, я всегда говорю, надо обращаться к первоисточнику. В данном случае первоисточник это районный или городской военный комиссариат, uh-huh, по месту, где призывник стоит на воинском учете. То есть он туда приходит, в любом случае ему задают вопросы, вот, он отвечает. Если он учится,
учебного заведения, он должен взять, это самое такое распространенное, справку формы 17, обращаю внимание, форма 17, она определена постановлением Кабинета министров номер 352. Предоставить ее в военкомат, на основании этой справки районная призывная комиссия будет предоставлять отсрочку призывнику. И в дальнейшем юноши должны подтверждать, это такой немаловажный момент, многие забывают об этом, свое право на отсрочку до 1 октября каждый год призывник должен подтверждать свое право на отсрочку соответствующими документами. Опять, если мы говорим о том, что юноша учится, он должен раз в год взять справку формы 17, предоставить ее в военкомат до 1.10. То есть показать то, что он не был отчислен с учебного заведения и продолжает там учиться. Если это идет, например, отсрочка по семейным обстоятельствам, опять же, там надо собрать пакет документов, в зависимости, что там за ситуация. Uh-huh. Ну, я не буду на более так подробно останавливаться, потому что об этом можно долго говорить. Еще раз говорю, обращайтесь к первоисточнику, в военкомат, где вы стоите на воинском учете, там вам все более детально расскажут. Ну, я думаю, що більшість призовників бояться йти у військомат, щоб уточнювати якісь там запитання, задавати, бо ну, майже всім здається, ну, існує такий міф, що заламають і все, і кудись відправлять, якусь військову частину чи щось таке. Значить, боятися не треба. Воєнний комісаріат Ніколаївської області все діло согласно закону. Тобто ніхто вас хапати не буде? Хапати не буде, якщо юношу, значит, положено по закону предоставить отсрочку, районная призывная комиссия будет предоставлять, вернее, рассматривать документы подтверждающие, и будет предоставлена отсрочка. Все действует, все делается согласно законодательству. Я зрозуміла. Таке запитання. Контрактна служба 2018. Угу. Чим вона відрізняється від минулорічних? Які її особливості і які, в яких умовах зараз заключаються контракти і живуть військовослужбовці на контрактній основі? Прошу. Ну, я хочу сказати так, що якщо ми порівнюємо контракт, воїнську службу по контракту і срочну воїнську службу, то срочна воїнська служба – це обов'язаність громадян, а контракт – діло добровільне. Тобто, якщо юноша или женщина, или девушка, идет на воинскую службу по контракту, то они приняли для себя решение идти. То есть они осмысленное решение, все. И, в принципе, на воинскую службу по контракту идут те люди, которые, в принципе, есть патриотами своей страны, они готовы стать в любой момент на защиту своей родины и, в принципе, делают это на практике. И я хочу сказать еще так от себя, что это те люди, которые хотят иметь уверенность в завтрашнем дне и стабильность. Почему? Потому что юноша или девушка, которая сейчас призывается на контракт, они полностью имеют соцпакет, у них достойное денежное содержание, и с января 2019 года это денежное содержание будет увеличено, вот значительно увеличено. Это уже решение принято в высших кругах, поэтому это будет. Помимо этого, если мы сравниваем армию, которая была в 2013 году, и армию, которую мы имеем сейчас по обеспеченности, по наученности, то, в принципе, это ну, кардинально она отличается от той армии. И обеспечение со всех сторон есть. И форма, и обмундирование, и вооружение вот, идет. В принципе, юноши сейчас очень много таких, скажем так, положительных моментов, для военнослужащих, который призывается на воинскую службу по контракту. Ну, скажем так, что, во-первых, опять же возвращаемся, достойное денежное содержание. Вот сейчас у нас солдат рядовой, допустим, контрактную службу получает от 8 тысяч гривен. Я скажу так, что вот юноша, допустим, который закончил вчера школу, там, весной закончил школу, и он по большому счету из себя еще как специалист, как вот что-то умеющий, uh-huh. человек ничего не представляет. Но в любом случае он пришел в армию, его там научат, его обучат, его полностью обеспечат, и в принципе у него есть начальное денежное содержание 8 тысяч гривен. Дальше все в твоих руках. Пожалуйста, расти, развивайся, зарекомендуй себе, соответственно, получишь и вышестоящее, и должность, и звание, а это все, соответственно, будет отражаться на денежном содержании. Помимо этого, карьерный рост. Если юноша зарекомендовал, там, солдат, сержант зарекомендовал себя с хорошей стороны. Або девчина. Або девчина, конечно, пожалуйста. Вот, то у него есть возможность стать офицером, получить первоочередное воинское звание младший лейтенант, и дальше уже развиваться по карьерной лестнице как офицер.
Следующее, что еще? В любом случае, да, пока я не скажу, что это активно у нас действует, что там жилье выдают, но в любом случае идет строительство жилья, и в дальнейшем планируется выделение жилья для военнослужащих. Дальше, если ты снимаешь жилье, то за подъем жилья тебе часть денег компенсируется за счет Министерства обороны. Вот, ну и так далее, и тому подобное. В общем, большой, огромный перечень, поэтому есть смысл призадуматься и принять для себя правильное решение пойти на воинскую службу по контракту. Еще раз говорю, что это дело добровольно, однако, ну, есть смысл пойти, принять для себя решение пойти служить по контракту. Это действительно так, хорошая перспектива. Да, я хотел еще добавить вот, до слов Виталия Николаевича, что 15 сентября, да, был подписан указ президента Украины, вот, что будет повышаться денежное содержание военнослужащих до 30%. Это если, ну, в сумме оказать, получается контракт первой службы военнослужащего будет выходить около 10 тысяч гривен. Я скажу, очень большое подспорье, это как бы для семейного бюджета. Также хотел же еще открыть один аспект в том, что, ну, сейчас как же на сайте Министерства обороны Украины, ну и также часто показывают по областным телевидениям, что практически во всех воинских частях, учебных заведениях начались переход с казарменных жилищ. Переходят на общежитие. То бишь уже военнослужащие не живут, как раньше, там в большом количестве в одном помещении, а делается уже как бы аспекты по одному, по два человека в комнате, проживаниями, со всеми удобствами, то бишь там и можно постирать свое вещевое имущество, также ж, принять душ там, ну и так і далі. Вот. Я зрозуміла. Вот. Взагалі, хто є кандидатами, хто може йти на контрактну службу? Як я зрозуміла, хоч з 18 років можна йти. Да, з 18 років, так, звісно. З 18 років, якщо юноша прийняв для себе рішення, либо він служив в армії, либо не служив в армії, неважно. Юноша, який має не менше базового середнього образування, годен по состоянию здоровья для прохождения воинской службы по контракту. Это что юноши, что девушки. Однако с девушкой хочу сразу предупредить. Очень много в последнее время девчонок, которые хотят пойти на контракт. Однако, знаете, немного в частях есть должностей, на которые могут пойти девушки служить. До речі, чому так? Ну, чому так? Потому что есть определенные специальности, на которые предназначается только мужчина. Женщина не может там проходить. На этой должности. Ну, там есть особенности определенные. Специфика. Да, специфика, особенности. Угу. Вот, поэтому, ну, девчонки обращаются. Я хотел бы сразу сказать, вот на будущее. Вопросов нет. Призывать можно, конечно. Однако, с чего начинать? Начинать надо с того, что у нас есть огромное количество воинских частей в Николаевском гарнизоне. Поэтому, пожалуйста, выбирайте определенные части, вы прибываете в часть на беседу с командованием, беседуете, если у вас есть желательно, естественно, чтобы были какие-то специальности, особенно это специальности связи, повара, медики. Вот эти специальности, ну да, пользуются спросом. Ну, гендерная нарівність, я дивлюсь, в армии еще досі існує. Ну, да. Поэтому разговаривайте, если командование посчитает нужным, увидит вас действительно нужного для своей части человека, вам дают, она называется, письмово згода, такой документ. Вот, то есть это документ говорит о том, что воинская часть действительно берет вас на такую-то должность. После этого прибываете в военкомат, и военкомат вам рассказывает план дальнейших действий. Собираете документы, проходите медицинскую комиссию, ну, опять же, к первоисточнику, к военкомату, и вам там все расскажут, план дальнейших действий. Я зрозуміла. Пане Володимире, таке запитання. Багато військовослужбовців, які служили в зоні АТО, чи багато військовослужбовців зголошуються йти на контракт? Я скажу, що цей вопрос дуже важливий в тому, що граждане, ну, Николаївської області після окончання служби на Вооружених силах України становится на биржу труда и пытаются искать работу. Вот. В Николаеве или Николаевской области. Вот.
Ну, в связи, что очень большая конкуренция в этом деле, то большинство военнослужащих, которые проходили в зоне АТО, все-таки идут обратно в вооруженные силы Украины, подписывают контракт, и подписывают именно контракт с теми воинскими частями, где они проходили службу. Вот. В основном так. Вот. Ну, я скажу, что большее количество населения Николаевской области идет на контракт вооруженные силы Украины. Я зрозуміла. В мене виникло таке запитання. Чи є взагалі проблема у демобілізованих військовослужбовців з отриманням статусу учасника бойових дій? Бо я спілкуюся з військовослужбовцями, колишніми, або ті, хто за контрактом, і в деяких виникають проблеми. Що ви можете про це сказати? По цьому питанню є постанова Кабінету міністра України, номер 134 от 20 августа 2014 года, где есть положение про надание статусу боевых действий участнику. Вот. В Николаевском областном військовом комиссариате на данный момент, согласно наказа військового комиссара, есть создана группа, которая занимается именно по наданию статуса участника боевых действий гражданам, которые уволились с вооруженных сил Украины. По этому моменту я хотел бы указать нюансы, потому что я думаю, что у телезрителей возникает очень много вопросов. Вот. Смысл в чем? Что для того, чтобы подать на участника боевых действий, надо подать заявку в районах, где они прописаны. Uh-huh. То бишь военкомат районный подходит, указывают заявку. Вот. После этого надают документы, перечень. Ну, я не буду уже, наверное, перечислять. Вот. Вот. После подачи этих документов эта группа заседает. Принимает решением протоколом, и после, в течение месяца, надается статус участника боевых действий. Комиссия эта заседает у нас, получается, в месяц один или два раза. Угу. Тобто все ж таки, якщо хочеш, то можна звернутися до районного або обласного військового комісаріату, да. І там зможуть допомогти з цим. Да, допомогти, і не забувайте, после получать корочку участника боевых действий, это вы должны прийти в районный военкомат, где вы написали заявление. Я зрозуміла. У нас залишається буквально одна хвилинка, тому останнє запитання. На даний час, які кількісні показники на службу за контрактом і на строкову службу у лавах Збройних сил України? Прошу. Значить, що стосується срочної воєнської служби, наряд для Ніколаївської області определен, скажу так, громадное количество 820 человек. Это большой наряд. Из них, 410 человек это мы должны призвать вооруженные силы Украины, 360 Национальная гвардия Украины, 30 человек Государственная пограничная служба Украины и 20 человек Государственная служба специального транспорта. Призыв будет осуществляться, отправки команд будут осуществляться в период с октября по ноябрь. Вот. Что касается контракта, значит, нам, хоть понимаете, вы видите, контракт дело добровольное, тем не менее, наряд нам все равно определяет. Определяет его генеральный штаб. Определяет его поквартально. Вот на третий квартал нам определен наряд в количестве 413 человек. В данный момент скажу так, что Николаевская область, учитывая то, что сегодня еще отправили контрактников, то есть мы уже перевалили рубеж 300 человек. Вот. В принципе, есть вся уверенность в том, что наряд, мы задачу, которая перед нами поставлена, мы выполним. Я зрозуміла, що час нашої програми вже скінчився. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Гарного вечора, на все добре.